Всем доброго воскресного утра. Сегодня у нас 6, 11, 16, 6, 20. Я хочу создать клип. Вот есть один такой чувак. Но я не буду давать подробности. Это лично мои амбиции, или как там правильно сказать, отношение к нему. Но у него есть вот такая ссылочка под видео. Здесь, если вы хотите, я оставлю ссылочку под видео, я оставлю на этот клип. И у него есть вот такой вот чек-лист. Это единственный чувак, который попался на просторах вселенной, который как бы вроде дает здесь что-то, какую-то тематику, но опять такая приближенная, в которой надо разбираться. Что я хочу сделать? Я хочу, к примеру, все это скопировать, хотя я не знаю, разрешит он или нет, но я сначала сделаю все это, а потом ему напишу. Если он против этого, я, конечно, все это удалю. Итак, давайте меньше воды. А больше дела, какие будут уроки? Уроки все будет по вот этим вот. Вы сами посмотрите здесь, как создать триллер, все на сети. То, что я, к примеру, за 4 года первый раз это все вижу. Может, я не там лазил. Так, как мы это все скопируем? И куда мы скопируем? Мы скопируем это все. Заходим к себе на блог. Я думаю, у вас есть блог. Заходим в плейлисты, ну давайте выберем, ну как раз этот плейлист выберем. Заходим в плейлист, создаем сообщение, называем его как-нибудь, ну так и назовем его, наверное, чек-лист, да. Давайте мы его так и назовем, а где взять название. Давайте мы вернемся к нему и здесь вот так и возьмем название. Возвращаемся к себе на блог, даем название, далее название этому. Так как я потом сделаю клип, я еще ставлю сюда клип. А пока мы все это копируем, вот отсюда берем, копируем тупо, так скопировали, значит получается немножко не так, ну ладно, и вставляем сюда, вставили, теперь прокручиваем это наверх, все это опускаем. И вставляем то, что мы изначально должны были ставить. Вот это вот. Возвращаемся. Вставляем сюда. А по окончании клипа я еще сюда клип поставлю. Это пущу ниже. Здесь будет стоять клип. Так, теперь чек-лист. Нам надо, чтобы было. Копируем. Делаем ярлык. Вставляем ярлык. Нажимаем готово. Все. У нас текст готов. Клип мы потом сделаем. Ну, давайте я вам покажу, как вставляется сюда клип. Еще. Сюда вставляется клип. Надо было сначала клип ставить. Сейчас объясняю. Давайте мы поставим. Это все опускаем. Переходим в HTML. Видите? Переходим в HTML. Поднимаемся. Я вам просто покажу, а потом, чтобы вы знали. И все это мы опускаем опять. Потому что нам надо... И вот сюда... Так, еще мы опустимся. Вот сюда вот, чтобы вам было. Мы вставляем какое-нибудь видео. Как вставить видео? Ну, тоже давайте вернемся к этому. Мы нажимаем на вот эту
поделиться. Потом мы опускаемся ниже и нажимаем HTML-код. Выбираем размер, который нам нужен. Как выбрать размер? Вот, пожалуйста. Нажимаем на эту кнопочку и здесь выбираем, какой нам нужен размер. Ну, я обычно вот ставлю размер, у меня подлета. Ну да, это размер. И потом берем вот это все, копируем. Выделяем. Выделить все. Копируем. И заходим опять сюда и вставляем вот этот код сюда. Потом нажимаем сохранить. И у нас здесь появляется клип. Но это на потом. Так, поняли, да? Теперь нажимаем сохранить. Потом нажимаем публикация. Потом мы пока отменим, чтобы наш чек-лист был на этом самом. Нажмем отменить. И вот у нас появился. Теперь наши дальние действия дальше действия. Нажимаем на просмотр. Вот наш чек-лист появился. Так. Появился чек-лист, но нужно, чтобы он был у нас где-то вот здесь. Или вот здесь. Ну, давайте. Мы берем просто-напросто название чек-лист. Копируем, возвращаемся обратно, нажимаем дизайн, нажимаем, мне вот уже есть там, нажимаем добавить гаджет, потому что у нас отдельно будет, опускаемся ниже, и вот нажимаем вот эту кнопочку. Название мы даем, вставляем, сюда тоже вставляем название, которое будет уже тоже, также будет название и также будет название сайта. И теперь нам нужен еще ссылочка, где этот будет, вот эту ссылочку берем. Копируем, возвращаемся сюда. Так, она у нас исчезла. Не обращайте на мой компьютер, он сверхскоростной у меня. Так, и вставляем эту ссылочку сюда вот. Вставить. Вставили ссылочку и нажимаем добавить ссылку. Добавили ссылку, вот она у нас есть. И нажимаем сохранить. Все, сохранилось. Возвращаемся к себе на страницу. Вернулись? Нету. Берем это самое. Вот он, чек-лист. Но у нас почему-то сверху. Давайте мы его вниз стащим. Чтобы он был где-то вот здесь. Вот здесь счетчиком. Как это сделать? Возвращаемся обратно к себе. И у нас вот он счетчик. А вот у нас чек-лист. Мы просто-напросто зажимаем и перетаскиваем эту вот сюда вот. Перетащили. Я думаю, здесь он нормально будет смотреться. Возвращаем к себе блок. Обновляем. Так, обновляем. Почему-то не получилось здесь. А, здесь мы просто не забыли нажать. Так, где у нас чек-лист? Сохранить расположение. Вот, теперь все. Не забывайте нажать сохранить расположение после этого. Я обычно забываю. Теперь должно. Вот, пожалуйста. Даже не надо обновлять. У нас чек-лист. Так, теперь где бы мы не были, поэтому, ну, давайте вот сюда, попали сюда, и нам, ну, надо, к примеру, на чек-лист. Вот у нас чек-лист, вот он первый,
нажимаем, вот мы на чек-листе. Эта ссылочка тоже будет в описании. Кому надо, тот пускай смотрит. Так, все. На этом сегодняшний ролик закончился. Кому нравится, понравилось, ставьте палец вверх. И подписывайтесь. Будем изучать все, как оно должно быть. За это надо платить деньги. Ну, так как у меня денег нету, я думаю, что найдут единомышленники, у которых нету денег. Хотя все поставлено на деньги. Но это ладно. Это уже прелюдия. До новых встреч.